Недавно рэп-игра потеряла по-настоящему крупную фигуру – Тейк-Оффа. При этом его смерть оказалась в каком-то смысле случайной, ведь конфликт, из-за которого началась стрельба в Хьюстоне, произошел во многом по вине Куэйва. Как сообщают источники, Тейк-Офф в своей манере во время тусовки был тихим и просто спокойно отдыхал в стороне. Вообще, в группе Мигос Тейк-Офф всегда был именно таким – самым тихим и самым незаметным из этой по-настоящему громкой тройки. С другой стороны, его называли чуть ли не самым техничным исполнителем трио. Тем не менее, сегодня всем ясно, что после гибели Тейк-Оффа у Мигос больше нет шанса вновь стать полноценным коллективом. И дело даже не в том, что между Куэйво и Оффсетом, по некоторым сведениям, уже давно идет конфликт, а в том, что без такого важного исполнителя, как Тейк-Офф, Мигос просто невозможно себе представить. Сегодня мы поговорим об этом артисте чуть более подробно, чем в нашем позавчерашнем ролике. Что ж, давайте приступать. Перед тем, как мы начнем, хотим посоветовать вам ребят из China Fairy Tail. Они занимаются доставкой брендовых оригинальных вещей из китайского маркетплейса Poison по лучшим цена. У них на канале есть подробные гайды по пользованию и крутой удобный бот для расчета стоимости и самые дешевые цены среди конкурентов. Всем подписчикам нашего канала на первый заказ мы дарим скидку в 500 рублей по промокоду BPM. Завтра совместно с этими ребятами мы проведем крутой конкурс. Советуем подписаться на них сегодня, чтобы не пропустить. Ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Поехали! Когда рэперы переходят в высшую лигу, их ранние работы нередко вытесняются из нашей памяти. Место первых экспериментальных микстейпов и низкобюджетных клипов занимает брендовый продукт, тщательно продуманный машиной шоу-бизнеса. Но если отмотать официальный YouTube-канал Мигос на 10 лет, ниже волки-толки, дорогой пародии на передачу Soul Train, тишерт, косплеящий выжившего, а также саундтрека для триллера Марка Волберга про ЦРУ 22 мили, вы отыщите следы первых скромных начинаний группы. Клип на один из их ранних треков Take Off 2012 года, совсем не похож на Мигос, с какими мы их знаем сейчас. На размытой видеозаписи молодые Тейк-Офф и Оффсет просто читают под свой трек посреди обычной комнаты на фоне аквариума. Но даже когда успех Мигос несоизмеримо вырос, их энергия и энтузиазм остались теми же. Влияние, которое Мигос в целом и Тейк-Офф в частности оказали на рэп за последние 10 лет, невозможно измерить. Что его потеря будет означать для группы, Атланты и хип-хопа, также тяжело оценить. Последние несколько лет были наполнены таким количеством ужасных и шокирующих смертей, что фанатам рэпа было трудно их переварить. Эта смерть ничем не отличается. Согласно отчетам 28-летнего Карри Болла, то есть Тейк-Оффа, застрелили под утро в боулинг-клубе в Хьюстоне после ссоры, возникшей во время игры в кости. Многие инсайдеры утверждают, что сам рэпер даже не участвовал в ссоре. Зачинщиком был Куэйво, который проиграл все свои деньги в кости, после чего начал ругаться со своими оппонентами. Еще более абсурдной всю ситуацию делает тот факт, что первыми начали стрелять люди Куэйво, а именно его менеджер Мигос Бенз. Судя по всему, Тейк-Офф погиб от шальной пули менеджера собственного кузена, и от этого фанаты рэпера действительно могут сойти с ума. Сейчас приходят новости, что Мигос Бенз мог покончить с собой из-за всей этой ситуации, ведь он не выходит на связь, а полиция не может его найти. Но вернемся к группе Мигос. Несмотря на то, что Тейк-Офф вел себя замкнуто на людях и не был так знаменит, как Куэйво и Оффсет, его рэп был прямолинейным настолько, насколько это возможно, беспощадным и на первый взгляд даже сложным, продуктом аналитического ума. В группе он во многих смыслах выступал якорем. У Куэйво был талант придумывать хуки, Оффсет привносил южный флоу, а Тейк-Офф склеивал их вместе. Он чисто оставался на заднем плане, но его куплеты могли неожиданно взорвать тебе мозг. То, что позже стало известно как фирменный флоу Мигос, было во многом определено филигранной точностью Тейк-Оффа и его уникальной способностью менять скорость и ритм, не теряя при этом остроту рифмы. Пулеметный флоу, как пишет Pitchfork, не был их изобретением. Похожую подачу за годы до этого использовали 3-6 Mafia и Bone Thugs-N' Harmony, но крепко сбитые строчки и рубленый стиль трио заметно отличался от всего, что в начале 10-х делали рэперы из Атланты. Будучи мастерами прилипчивых хуков и ослепительной, будто вспышки фейерверков техники, Мигос одновременно были шутами и мудрецами, одаренными, но не воспринимающими себя слишком серьезно, работающими на одной волне так, как может лишь семья. Собственно, именно семьей они и были. Куэйво – родной дядя Тейк-Оффа, а Оффсет – двоюродный брат Куэйво. Girl, but her record
Именно Тайко взвалил на плечи большую ответственность за группу, когда Offset в 15 году попал за решетку. Мигос начинали делать первые серьезные шаги на пути в мейнстрим. Исполняя в том году Ханна Монтана со струнным оркестром, Тайко без каких-либо усилий переключался с роли бэк-эмси Куэйво на роль ведущего исполнителя, барабанящего своим флоу. Он никогда не притягивал на себя внимание, но знал, когда нужно оказаться во главе, а когда уйти на второй план, чтобы подчеркнуть своим голосом парты товарищей. Это верно, что Тайко был самым тихим из группы. Как вы уже поняли, двое других участников имели большие проблемы с законом. Например, выше шла речь про тюремное заключение Offset'а в 15 году. В тот год власти свернули концерт Мигос в Южном университете Джорджии и арестовали всех троих участников группы, а также нескольких членов их окружения. Offset'у отказали в освобождении под залог, обвинив его в хранении запрещенных веществ и хранении огнестрельного оружия на периметре учебного заведения. 2 мая 15 года Offset, находясь за решеткой, был обвинен еще и в нанесении побоев и подстрекательстве к беспорядкам в тюрьме, когда он напал на другого заключенного, причинив тому серьезные травмы. В ходе слушания двум членам окружения группы Мигос также отказали в освобождении под залог. Но нельзя сказать, что сам Тайко единолично никогда не попадался в руки полиции. 5 августа 2020 года стало известно, что против Тайко был подан гражданский иск, в котором неизвестная женщина обвиняла рэпера в избиении насильственного характера, нападении, ложном лишении свободы, гендерном насилии и вмешательстве в гражданские права на вечеринке в июне 2020 года в Лос-Анджелесе. Однако ему удалось избежать каких-либо последствий. 2 апреля 2021 года окружная прокуратура Лос-Анджелеса заявила, что не будет выдвигать уголовное обвинение против Тайкофа из-за недостаточности доказательств. Однако стоит вернуться к разговору о творчестве Мигос в целом и Тайкофа в частности. На 6-минутном треке Cross the Country 2014 года Тайков звучит во всей своей мощи. Его титанический первый куплет готовит сцену для, возможно, самого хардкорного рэпа в истории Мигос. Cross the Country не стал хитом, как Versace и Bad & Bougie, но во многих смыслах оказался для Мигос определяющим треком, где куплеты скороговорки сменяли друг друга как в сайфере, а их скреплял минималистичный хук. Хиты вроде Handsome and Wealthy, Quavo и Offset привносили патетику, а Тайко рэп — искусно сконструированные тексты, которые буквально лопались от внутренних рифм. Он умел не только читать быстро и технично. В отсылающем к классике треке Highway 85 с дебютного альбома Migos Young Rich Nation группа неожиданно свернула на территорию олдскула, а Тайко использовал естественную хрипоту своего голоса для сторителлинга в форме детской считалки. Несмотря на паузу в активности Мигос, прошло чуть меньше месяца после того, как Тайков и Куэйво выпустили альбом Only Built for Infinity Links в дуэте. А на недавнем подкасте Drink Champs Тайков говорил, что именно сейчас начал получать заслуженное внимание. Вот его цитата. «Я расслаблен, спокоен, но уже пора бы настать моменту. Пора, чтобы мой вклад признали. Пора получить заслуженные цветы. Я не хочу, чтобы их возложили, когда меня не станет». Он произнес эти слова с воодушевлением и энтузиазмом в голосе, ожидая, что его ждет в будущем. К сожалению, все закончилось очень печально. Oh, for sure. Okay. I mean, enough is enough. Mm-hmm. You know, I'm chill, you know what I'm saying? Mm-hmm. Laid back, but mm-hmm. it's time to pop it, you know what I mean? I mean, time to give me my flowers, you know what I mean? Right. I don't yes. want them later on when I ain't here. God damn it, you know for sure. I want them right God now, damn. So... Понятное дело, что индустрия впала в настоящий траур после новости о гибели Тайкофа. Про реакцию отечественных артистов мы вам уже рассказывали. Теперь стоит поговорить о том, что говорят и пишут западные звезды. Трэвис Скотт написал следующее. «Навсегда космический кадет, навсегда ракета, навсегда самый скромный, самый совершенный Тей». Трэвис Скотт довольно часто сотрудничал с Мигос. У них даже есть совместный клип, снятый, кстати, Айсултаном Сиитовым. Дрейк тоже не остался в стороне. Вот его сообщение. «У меня остались лучшие воспоминания о том, как мы вместе ездили по миру и приносили радость в каждый город, в который приезжали. Это именно то, на чем я сейчас сосредоточусь. Не беспокойся, космонавт Тейк». С Дрейком Мигос сделали один из своих главных хитов – трек «Walk It, Talk It». Сизей также почтила память музыканта. Цитата. «Эта фигня с Тайкофом такая странная. Меня реально пугает этот мир. Я плакала. Да благословит Господь душу этого человека, его семью и друзей. Такая талантливая душа. Я не понимаю». Есть и сообщение от Рич Закида. «Сегодня я потерял больше, чем брата. Мой близнец, мой лучший друг во всем. Я не хочу в это верить. Я не могу. Самый скромный человек, которого я знаю. Мы делились обувью и одеждой раньше и делали это без проблем. Я уже скучаю. Ты этого не заслужил. И не могу перестать плакать. Я люблю тебя очень сильно, бро. Навсегда».
Ну и наконец, надо сказать про реакцию от дизайнера. Он прям таки расплакался во время трансляции. Why? Why do we do this? Why do we do this? Why do we fucking do this? I swear, this shit ain't nothing. I swear to God, this shit ain't nothing. I'm done, rap. А на сегодня у нас все. А как вы оценивали вклад Тейкоффа в творчество группы Migos? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!